Как дела, друзья? Меня зовут Майк, и мы продолжаем с вами проходить игру под названием Kingdom Two Crowns, оригинальную версию. И в прошлой серии мы начали обосновываться потихонечку. А закончилась у нас зима или нет? А, по-моему, нет. Или все-таки закончилась. Ладно. Давайте будем, наверное, улучшать нашу хату. Бэмц сразу. До гламурностей всяких. Всяческих разнообразных. И продолжать. Мы сейчас с вами находимся... Где? На 4-м острове. День у нас на этом острове какой? 24-й. По-моему, да? А всего мы играем... 46-й. Что-то по типу этого. Короче говоря. Хорошо. Мишку мы оставим в покое. Брать его не будем. Будем потихонечку развиваться. В прошлой серии мы открыли с вами железную шахту. Или кирпичную шахту, или шахту руды железной. Или как угодно называйте. Как хотите, так и называйте. Сей факт этого не отменяет. Ладненько. Ох, ничего себе. Смотрите, какая колокольня у нас. Еще и блестящие бронзовые всадники. С одной стороны и... С другой, прикольно. Не, ну это уже красиво, конечно. Особенно, когда они переливаются. А, хорошо. Хорошо. Что у нас где? Здесь у нас корабль. Дальше у нас куча места и куча полей для развития. Хорошо. Значит... Кролики снуют. Дофига кроликов снуют. А наши охотники вообще даже в ус не дуют. Не, кто-то из них пытается что-то сделать. Несмотря ни на что. Давайте в казну, наверное, подкинем немножко. А что, она у нас закрыта? Непонятно. Теперь открылась и остается. Ладненько. Ой, сколько всего. У нас тут есть катапульта? Нету катапульты. А, значит, тут у нас раз стена, два стена. И третью стену мы сделаем, наверное, подальше. И будем таким же образом расширяться. Три стены с этой стороны и три стены с той. Что с ними появится? Я не знаю. Но народу пока идет немного. Пока что немного. Блин, и этот медведь мне портит всю малину. Вместе с шахтой, да? Это что, мне придется аж здесь стену ставить? Вы прикалываетесь? Ну, это не прикольно совсем. Потому как тут у нас должна быть ферма. Но будет ли или нет? Честно признаться, друзья, я что-то иногда вот путаюсь. Одновременно, конечно, довольно-таки сложно проходить и Сёгун, и оригинальную игру. Хочется в оригинальной игре все посмотреть, и Сёгун также, но немножко разнятся по времени серии, поэтому... А...
Поэтому каждый раз, начиная Kingdom оригинальную, я что-то как-то... Смотрите, как танцует. Опять. Чистокол. А я постоянно в таком небольшом... Небольшой растерянности, короче. В таком каком-то задумье нахожусь. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сюда скинем лишнее. Здесь будем улучшать. И улучшать будем уже до нормальной стены. С этой стороны. Потому что нам дальше двигаться вообще нет никакого смысла. Ну и да, остров довольно-таки большой. Как мы будем справляться, не знаю. Но то, что нужно уничтожать порталы и начинать, это факт. А где у нас лагерь? Где у нас лагерь? Кроме того, еще нужно статуи строителей найти. Здесь у нас ничего, кроме вышки, не получится, да? Выходит так. Там-там-там-там-там. Здесь мы можем переместиться аж вот сюда. Что хорошо. И я очень надеюсь, что здесь у нас кузня появится. Еще раз напоминаю, что вы мне просто-напросто взяли в комментариях и проспойлерили все. Все, что только могли. Так что пеняйте на себя. Скорее всего, у нас появится с той стороны копейщик. Он же должен появиться. Так. Давайте тут поставим, наверное, вышку. Она там в самый раз. Да и здесь тоже. Почему бы нет? Сейчас нам нужно по Бырику найти лагерь. С какой стороны он у нас... И расширяться ближе к кораблю. Я бы на самом деле... Даже не знаю, оставаться здесь. Но оставаться здесь без улучшенных стен. Без активированной статуи. Это очень рискованно. С другой стороны, хочется поэкспериментировать и попробовать. Как это все будет? А уже потом возвращаться все... Все активировать и надеяться на... Логику игры. Хотя... Хотя это спорный вопрос. На этом острове, кстати, рыцарь еще должен быть. Ух, смотри, копейщики появились. Чудненько. И катапульта. Но первую катапульту я бы хотел отправить в ту сторону. Смотря сколько у нас с вами... У нас не так много строителей, поэтому нужно строителей как-то где-то взять.
Грифон, давай, жри. Я же останавливаюсь. Пока останавливаюсь, закидываю монетки, ты жрешь. Чё тут сложного-то? Куча кроликов, куча, куча кученная кроличков. До лагеря успею добежать? Нет, не успею. Блин. Хорошо, здесь портал довольно-таки далеко от нас. А это фора во времени. Как бы ни было. Как бы ни было. Закинем сюда на молоточек. Если не зачаровывать стены, то нам придется, наверное, потратить больше денег и каждую из стен превратить в гламурную. Ох, насыпали сколько. Я, конечно, не против, но... Ну, блин. Тут портал. Откроешься или нет? Не откроется пока. Хорошо. Этот портал ближе к нам. Это у нас рыцарь, да. Тут еще один портал. Еще брюлики. Понятно. Значит, лагерь находится где-то с той стороны. По идее. Давай. Чтобы добраться до рыцаря, нам нужно уничтожить этот портальчик. Чтобы уничтожить этот портальчик, нам нужно приблизиться. Но приблизиться мы не можем, потому что у нас здесь медведь гребаный основался. Который у нас тут прямо здесь. Давайте подкинем немножко монеток им. Угу. Еще. Еще. Хорошо. Улучшим здесь стену. Пока все это дело. И будем надеяться, что этот портал, который нас встречал в прошлый раз, будет закрыт. И мы сможем благополучно мимо него проскочить. Блин. Ну серьезно. Какого хрена? Слушай, его надо уничтожать, но у нас же нет... некого... нанять на уничтожение. Есть обычные рыцари. Да, придется утром, наверное, выступать и уничтожать этот портал. Только перед этим... закупить вот эту штуку.
А если за вторым порталом справа находится лагерь? Это будет не очень. Нет, перед кровавой луной. Огненные бочки будем закупать перед кровавой луной. Сейчас постараемся разбить этот портал. Хорошо. По катапульте с каждой из сторон у нас есть. И это чудесно. Сейчас главное портал уничтожить и сразу ринуться за него. Тридцатый день на острове. Может взять ящерку? Там у нас камешки есть. Сундук. Сундук со сказками. С брюликами. И на ящерке здесь фигачится. А потом, просто когда будем отсюда сматываться, если что, можно пересесть запросто снова на Грифона. Хорошо. Странно, конечно, что на одном острове у нас получается и медведь, и ящерица. Слушай, давай-ка уматывать, я дальше не пойду, ну его в баню. Сейчас как летучие прилетят. Как надают, блин, дроздов. Вышки тоже улучшать я не буду. Надо не забыть. Но просто иногда, когда тебе хочется вернуть своих строителей на место, то приходится куда-то вкидывать монетки, чтобы они просто прибежали побыстрее. Не терять, дабы не терять их при этом. Следующий портал будет здесь. Серьезно, никто не пришел? А, это странно. Я даже не ожидал, что-то как-то планировал на это утро. А, сразу отправиться налево, куда мы не добежали с вами. Нет, все-таки есть кровавая луна. Ну, чуть, блин. Ой, сбивает с толку, короче. Нехорошо это. Ой, нехорошо, Ну что, получат? Огненной бочкой. По своей алчной морде лица. Хоть один маленький засранец. Ну где вы? Давай. Давай жду. Давай. С той стороны фигачится, наверное. Блин, ну так не хочется возвращаться. О, да.
Гори. Ясно. Жопа красна. Не на тех нарвались. Хотя мне вскоре придется об этом пожалеть. Че, с пустыми руками возвращаетесь, да? Мелкие засранцы. Мы потихоньку за ними будем идти. И в торопях кушать. Портальчик их должен забрать. Да, забрал. Хорошо, но лагеря не видно. Это печально. Вот лагерь. Ночь должна быть спокойной. Поэтому мы оставим еще одну монетку. И у них на все про все. Тихо, 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 не теряем. Ой. Среди бела дня открылся. Сейчас опять их вернет, смотри. А если я, допустим, отскакиваю или удаляюсь от портала на большее расстояние, он же должен закрыться. Или он может быть открыт, а из него выбегает только когда я приближаюсь. Короче, странное положение дел. Какое-то не очень. Мне волонтеры нужны. Наемнички нужны. Без наемничков никуда. И нужно еще два войска. На правую сторону. Здесь у нас так, потом вот это вот, и потом аж вообще ничего, кроме фермы. Единственный вариант, друзья, это расширяться все-таки в левую сторону. Единственный. И это фигово. Между прочим. Где мы здесь можем поставить? Аж вот здесь. Ладно, вырубим деревья, что ли. Ну, чувак, возвращайся. Ох, и далеко к ним бегать, ё-моё. Слишком-слишком далеко. Пристань будет наша, да? Здесь сейчас они вырубят по бырику, и дополнительную стену я не успею поставить. По сути, смотрите. Кузница не может получиться у нас вот здесь, где они рубят. Здесь, потому что рядышком ямы. Еще и камень. И здесь, прям очень близко. Друг к другу.
Поэтому либо здесь она может появиться, либо аж вот здесь. И что мне делать, я не знаю. Тут еще местечко такое, может, кто его знает. Корабль не будет помехой. А может и будет. Копейщик есть. Есть строитель. Будет, будет. Но лучника и воина не будет на правой стороне. Это печаль. Хотя копейщик идет у нас на время же, да? Казну пока пополним. Пока суть до дела. Ох, ты. Даже с грифоном так лень со стороны в сторону все проверять и перемещаться, это просто какой-то капец. Я представляю, что на пятом острове будет. Это будет просто невероятно. Там, наверное, по 5 стен придется фигачить с каждой из сторон. Минимум по 5. И каждую стену придется пересекать. Вот это в течение дня. Кобздец просто какой-то будет. Просто какой-то кобздец. И серии все больше. Получи, засранцы. Пока в деревянных масках. И пока летающих этих засранцев тоже нет. Хорошо, погнали на ту сторону, потому что нам нужно стену построить. Пиу, пиу, пиу. Попел, попел, пел. Ухи насипали. Сипуны. Ох, и сипуны вы, сипуны. 33-й денек. На острове 4. Костик раз, костик два, три. Четыре куста, нормально. Давай, дружочек, ты один, к сожалению, но, блин, надо поторопиться. Вот и подмога. Тебе прибежала. Везунчик ты наш. Дорогой. Гордые такие, смотри, такие. На понтах фигачат. Хариап. Еще два раза. И будет замечательно. И, наверное, я вот так еще сделаю. Чудно. И эти все должны поместиться.
Давайте, блин, быстрее, пожалуйста. Я вас очень прошу. Еще вот это медленное зафигачивание копеек. Быстрее, чуваки, быстрее, блин. Я предлагаю им немножко тут насыпать для прикрытия. Хотя бы вот так. Оу! Красавцы. Можно это забрать. О, спокойно. Тихо, тихо. И нифига тут у нас не появляется. Ну офигеть, просто очумительно. Очумичительно. Чемипипутельно. Я догадывался, что на пирсе, получается, и возле корабля ничего, по сути, появиться не должно. Где эта гребаная кузня? Пошли еще портал уничтожим. До лагеря-то нужно как-то добираться. Ребятки, побыстрей, побыстрей. Бежим побыстрей. Грифончик жрем. Грибы не растем на деревьях. Ох, успеем? Должны. Должны успеть. Да, березки прикольные. Только это скорее не березки, а южные клены. Ну, они так, типа, с полосками коричневыми. Слушай, что-то как-то быстро вы, нет? Бах, бах и все. Нормас вообще. Я сейчас очень сильно рискую. Я рискую только потому, что мне нужны... чуваки. И надеюсь, они хотя бы приблизятся к нам немножко, чтобы их потом можно было забрать. Хорошо, второй портал. Но беготня это выбешивает просто. Может, с дуру где-то здесь поставить стену, короче, и не мудохаться. Хотя это... это очень неразумно будет, потому что, ну, сами понимаете. Это совсем... совсем будет фигово. Можно вот здесь поставить стену. А там уже тупо игнорировать.
И еще немножко левее, вы заметили, да, когда мы тут бежали, я отметил два дерева, чтобы вырубить. Там еще осталось три, и будут новые кусты. И как-то слишком далеко фигачить эту бочку. Катапульте. Также. И во время боеготовности, естественно, строитель за бочкой не бежит. Только перед ночью. Или перед атакой. Это все или еще сейчас будет? Как-то криво и странно, блин, все работает, но я не могу. Парнишей нужно забрать там. Свеженанятых. Но тут вроде как реально полегче, чем в Сёгуне. В Сёгуне жесткач. Где-то еще один чувак был. Или он успел добежать? Или не успел добежать, его сожрали. Они не жрут, конечно. Они просто воруют. Бездельников. Еще двое. Раз, два. И чуть подальше с вами переместимся, потому как ночка должна быть спокойная. Ага. Сундук. И очередной портал. А с какой стороны у нас вообще находится причал и пещера? Где что? Вы не помните? Три брюлечка. Брюлечки, брюлечки. Брюлечки, дружочки. С одной стороны на медведя, а с другой стороны на ящерку. А значит, там мы чуть позже возьмем и пересядем на ящерку. И надо бы здесь стену зафиндючить. И надеяться, что все-таки кузня появится. Может, она не появляется из-за вот этой каменной стены? Даже не знаю. Такс. Погоди, а у нас есть уже один чувак, да? Ага, с той стороны есть, а с этой... А с этой почему один только флаг? Не понял. Чё, это баг какой-то? У нас тут нет вообще ни одного рыцаря. Полу. Даже полурыцаря нет.
Че за прикол? С этой стороны у нас буквально два отряда. И они невредимы. По крайней мере, были. Да, два отряда. Давайте здесь стену поставим еще. Я буду надеяться на чудо. Чудо-прибоюдо. А чуваки дошли, нет? Так, погодь. Чуваки, вы там где? Слишком долго они идут как-то. И почему портал открылся, если у нас была... должна была быть спокойная ночь? Тоже непонятно. Дожри, давай бегом, блин. Чуваки, возвращайтесь. Вот, пожалуйста. И тебе тоже. Нам стену нужно достроить. Нет времени опять фигачить в лагерь. Этих сейчас пока переместим. Блин, ну реально, 6 монет тратить на то, чтобы их хотя бы приближать. Но это не вариант, совсем. Здесь вот на этом острове, друзья, не хватает пекаря. Очень не хватает. Давай быстрее стену! Надо купить бомбу. Надо купить бомбу. Давай. Ну, не бомбу, вы поняли. Жри. Засранец. Хочу сказать мелкий, но он большой. Большой засранец. И эта стена, по-вашему? Охереть. Ничего не успеваю. По 5 мышей жрет, короче, а толку нет. Пойдем еще, наверное, за ящерицей. Что-то совсем печаль. Все? Хорошо, ставим стену. Не, давайте мы за ящерицей, наверное, в следующей серии уже сходим. А то что-то у нас тут затягивается. Ну да, это не будет быстро, то есть вы понимаете, да, что нам нужно закончить эту стену и надеяться на то, что появится кузня. Без кузни тут вообще не хрен делать. Можно, конечно, смыться на один из предыдущих островов, но зачем, раз уж мы здесь, будем как-то стараться оставаться. Правильно? Правильно. Давай нормальную стену зафигачим. И я все-таки хочу посмотреть, появится это падла или нет. Потому как без этой падлы вообще капец полный. Даже до конца острова не можем добраться.
Посмотрим по ящерке. Если что, в любой момент просто можно заново на грифона пересесть. За определенную плату, конечно, но... О, ё-моё. Куда мне столько, чуваки? Куда? Ладно, они там пока туда-сюда заканчивают. Нам нужно закинуть в казну немножко. И лучника бы еще одного, да? Или кого? Здесь не знаю, баг, короче. С той стороны у нас буквально один боец. Давайте двух лучников возьмем. А, где моя кузня, мазафаки? Такая огромная территория, блин. Такая... А, кузня. Отлично. Все, будем заканчивать, друзья. А, будем, значит, здесь оставаться и потихоньку, полегоньку всех косить и гасить. Спасибо, что смотрели, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Параллельно мы еще проходим с вами Сёгун, но она сложнее намного. И будем продолжать. Да. Ссылки в описании на все прохождения Kingdom. Все части, все DLC вы найдете под видео. А пока-пока.